писатели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного выгребенного столового, можно ерша, чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы выйти к ним в платье простом, поехать на Клязьму, бухнуть под кустом. Но график, у меня есть график, а все, что не по графику, нафиг-нафиг. Вот девочки красивые, Петровны да Васильевны, в окно-то мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачу. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня жестами манят, я так и скачу. И надо бы сделать ответный маневр, десяток другой заварить на ковер. Но график, у меня есть график, а все, что не по графику, нафиг, нафиг. Кажется, жизнь идет за стеной, а я сквозь нее пробежать не могу. Останься со мной, ой, попробуй со мной, хотя бы вот так. Бегу по графику с хронометром в руке. Так сел бы в уголке, да там и стоп, уй. Чтоб ангелы господни, прикинутые модные, взглянули мне в глаза. Я бы им сказал, так ради хохуй. Чтоб как бы готовы раздать все долги, и с чистой душою от